Ребята, вот Kia, которая приехала своим ходом из Швейцарии. Клиент очень доволен. Машина привезена под заказ. Это почти максимальная комплектация. У нее есть подогрев сидений. Есть подогрев задних сидений. Вот он здесь. Это 2.0 гибрид. Расход у нее до 7 литров, 6, в зависимости кто как едет. Музыка Infinity. Двойная панорама. Это означает, что пол крыши открывается. Очень большая, очень вместительная. Смотрите, какой мультируль. Смотрите, сколько функций. Посмотрите на состояние. Она в аварии не была. У нее 132 тысячи пробег, ее оригинальный. В общем, отличная машина, тем более, что Kia — это единственный бренд в мире, который дает 7 лет гарантии. Клиенту она очень понравилась, он в нее влюбился, хоть он и не хотел Kia, но он понял, что он сделал правильное решение. Во-первых, то, что обратился в Auto Vanzare, а во-вторых, то, что он себе взял по этой цене отличную машину. Посмотрите, как красиво. Какой потолок. Ксенон. Омыватели фар. Есть парктроники. Камера заднего вида. Вместительный багажник. Цена этой Kia Optima обошлась клиенту в 13 тысяч. Это вместе с перегоном, с растаможкой, вместе с проверкой. Поэтому, если нужна будет машина под заказ, обращайтесь в Auto Vanzare. Мы постараемся поработать над вашим заказом и постараемся найти самый лучший вариант из Швейцарии. Всем пока, спасибо.